пульсу. Здравствуйте, здравствуйте всем. И вы знаете, моя история, она самая простая. Я обычный врач, который закончила нашу медицинскую академию. Мне казалось, что все будет так же, как и обычно у всех врачей. Ну, преподавание, лечение и так далее. Но все, что меня отличало, это я постоянно искала продукт для своей семьи. Мои дети болели, мои родители болели, и я постоянно училась, мне всегда не хватало именно тех алгоритмов и шаблонов, которые стоят в аптеке. И компанию Siberian Wellness я нашла, я правда ее искала среди многих компаний на рынке, и в одной из них получила кучу негатива и сказала: никогда я не вернусь в сетевой. Но продукт мне очень нравился, мне понравился в этой компании. Какие щедрые дозировки, какие богатый, продуманный продукт, и нигде я не видела комплексный подход решения проблем. В этой компании у меня прошла тревога. Юрий Юрьевич, спасибо вам большое. В зале сейчас находится моя дочь, моя мама, мой муж, семья, и у меня нету этой тревоги сейчас. Это очень-очень ценно сейчас, потому что даже у врачей этого не было. Потом начался кризис, и я посмотрела, как работает компания в кризис. Ребят, мы были единственной компанией, которая работали 24 часа в сутки. Посмотрите на Асель, на Олю. Мы просто не остановились. Мы были единственной компанией, которая ни на один день не встала, ни в поставках, ни в доставках. Татьяна Германовна как-то говорит, во время оттепели как-то сказала: будет видно, кто купался без штанов. Друзья, мы компания, которая мощно доказала, что мы действительно достойная компания, которая очень прочно стоит на своих ногах. Это была моя вторая тревога. Вторая тревога за будущее моей семьи. Татьяна Германовна, спасибо. Спасибо за этот мир. Siberian Wellness без кризисов. Я не знаю, как вы это делаете. Только вы можете знать, каких усилий стоит просто ежедневно видеть продукт в офисах. Это, наверное, гигантский труд, но это позволяет нам смотреть смело в наше завтра. Сейчас мои дети учатся не в Кыргызстане. Сейчас моим родителям можем обеспечить хорошее будущее. Для меня это были две самые большие тревоги. И Siberian Wellness решила обе из них. Я уверена, что в зале у каждого эти две тревоги. Друзья, аплодисменты нашему руководству. Спасибо вам огромное. Спасибо наставнику, который... Когда я нашла продукт, не оставила меня быть просто лояльным клиентом. Люда, Саша, вы, наверное, нас видите. Наверное, было трудно вам приехать в Кыргызстан, но вы это сделали, вы нашли меня или я вас, я не знаю. Но я стала вести бизнес, несмотря на свой тот негативный опыт. Спасибо вам. Спасибо моей команде, самой профессиональной, самой мощной команде. Вы знаете, когда Оля пришла в бизнес, это было доказательством того, что этот бизнес уже для успешных людей, этот бизнес уже для людей, которые состоялись, уже были. У нее был свой огромный бизнес, но в кризис, в классическом бизнесе на самом деле все подвергаются этой нестабильностью. Здесь стабильно, друзья, здесь стабильно, и сегодня вы видели на сцене кандидаты наук, сегодня увидели на сцене представители, единственный представитель у нас на рынке других компаний, и они присоединяются. Сейчас время сильных людей. У меня сейчас в команде на самом деле очень сильно, профессионально. Спасибо. Спасибо за ваш труд. Верю в каждого. Уверена, что у нас все только начинается. Сейчас на этом ранге я уверена, что у нас все только начинается. Спасибо лидерскому объединению. Ребят, это мощно. Это просто не передать словами. Самое сильное лидерское позитивное окружение, которое дает рост. Именно в объединении. Ну и спасибо большое моей семье, которая всегда-всегда поддерживает, которая является и причиной моих побед, самое главное, и моей самой главной поддержкой. Спасибо, друзья.